Доброе утро, дорогие телезрители. Вот они. Вот они те самые письма, которые помогли составить программу и подсказали тему сегодняшней передачи. Что за тема? По глазам вижу, вы догадались. Не случайно я сижу за этим чудесным режиссерским пультом. Сегодня мы поговорим об удивительном достоинстве телевидения, об оперативности. Согласитесь, это прекрасно. Было вчера, сегодня смотрим. Происходит сегодня, а мы свидетели. Будет только завтра, а мы уже в курсе. Причем вам, дорогие телезрители, для этого даже не надо выходить из дома. А мне достаточно нажать кнопку на этом пульте. Спасибо. Да, кстати, как справедливо заметила Алла Зорина из города Медвежьегорска. Утренняя почта, передача музыкальная. Ну, трудно с этим не согласиться, и мы оперативно реагируем.
Ничего странного не заметили? Ну, на дворе что у нас сейчас? Ну, правильно, лето. А на экране? Смелее. Правильно, зима. Чувствуете, какая оперативность? Это снималось будущей зимой. И я вовсе не оговорился. Телевидение действительно может перемещаться во времени, причем в любом направлении. Ну, например, сейчас у нас за окном утро. И вы думаете, что так оно и должно быть. Мне ничего не стоит убедить вас в том, что, несмотря на утро, дело идет к ночи. Причем идет очень оперативно. Так, где у нас ночь? Вот. Чем-то в марте выпал снег, прилип к деревьям и трубе, и как счастливый человек ты улыбался сам себе. Я улыбался тишине и непридуманному сну, который смог прийти ко мне и принести с собой весну. Поздняя любовь, эхо юных лет, поздняя любовь, розовый букет. Поздняя любовь, не солгут глаза, поздняя любовь, высохнет слеза. Твой город что-то прошептал, но мы не поняли намек. Тушил свои огни квартал, стелилась вьюга вдоль дорог. И ты смотрела сквозь стекло, как мир уходит на ночлег. И было нам двоим тепло, и был красив последний снег. Поздняя любовь, эхо юных лет, поздняя любовь, розовый букет. Поздняя любовь, не солгут глаза, поздняя любовь, высохнет слеза. Вечер обнял нас, кафе наполнилось весной. Под потолком ютился джаз, хвалясь гармонией чудной. Стоял нетронутым десерт, и разговор менял свой путь. Смотрела я в глаза тебе, стараясь в сердце заглянуть. Поздняя любовь, эхо юных лет, поздняя любовь, розовый букет. Поздняя любовь, не солгут глаза, поздняя любовь, высохнет слеза. Поздняя любовь, эхо юных лет, поздняя любовь, розовый букет. Поздняя любовь, не солгут глаза, поздняя любовь, высохнет слеза. Высохнет слеза. Что же касается всяких трюков, спецэффектов, технических возможностей телевидения, это отдельный разговор. Ну, раз уж я сижу за режиссерским пультом, кое-что покажу, не удержусь. Ну, например, могу разложить себя на составные части. Могу составить себя. Так, могу перевернуться. Если хотите, могу вертеться перед вами волчком.
Главное, что делать особенно нечего и думать не приходится. Знай, передвигай рычажки и нажимай кнопки. Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что, используя все чудеса техники, телевидение добилось поразительной оперативности. И хотя некоторые из вас, дорогие телезрители, упрекают нас в том, что мы не всегда оперативно выполняем ваши заявки, друзья, вы же взрослые люди. Вы же прекрасно понимаете, если вы оперативно написали нам письмо, почта оперативно доставила его нам, письмо у нас, мы его оперативно рассмотрим. Сценарист оперативно пишет сценарий. Есть сценарий, редактор оперативно составляет программу. Программу надо утвердить. Не утвердили, оперативно переделываем. Утвердили, оперативно снимаем. Сняли, оперативно переснимаем. И только тогда выходим в эфир.
поверь, что в эту же минуту не разменяется, как будто он превратился в тишину. Часы предательски спешат. Не уходи, еще так рано. Прощание — маленькая ранка, но сквозь нее течет душа. Если над миром вьюга стонет, я жизнь твою возьму в ладонь. Слепую пелену, не уходи, останься рядом. Шепчу душой, губами, взглядом, не оставляй меня одну. Там ночь, и только тусклый свет чужих, тебя не ждущих окон. Уйдешь, и станет одиноко. Межгород. Да? Понятно. Звонит один телезритель из Ленинграда. Говорит, что вот такая вот ночь вот с песнями, с плясками никого не удивит. У них в Ленинграде в почете ночь белая. Спрашивать не можем ли мы оперативно... Да-да, одну минутку. Сейчас покрасим, где у нас ночь. Цвет белый.
улочках Риги. Слышу, слышу, слышу. Ночью мое сердце крылато. Забудешь меня ты, время придет по улочкам Риги вдвоем. Вновь мы пойдем навстречу рассвету. Неограниченные возможности. Могу ночь белую, могу синюю, могу зеленую, могу Ленинград, Париж. Хотите в Париж? Не хотите? Нет, так нет. Мы можем оперативно перенестись в любую страну.
Lightly left. In the groove. Looks good.